Чули, мне так захотелось компота. Я не знаю, что такое. Прям вот я так захотела компота, что пошла в магазине, купила вот такие, знаете, на вес черную смородину. Там она внизу где-то. Вот они, маленькие. И это клюква, кажется. Вот она, черная смородина. Яблоки у меня были с лета, замороженные, я и забыла. Оказывается, муж достал, говорит, да у тебя что-то яблоки есть. Ну, говорю, блин, классно. Местные яблоки. Я так захотела, вот сахар. Компот, прям не знаю, все попробую. Не сладкий еще. Классно. Да, Кузя? Брюс. Красота. Елку я уже убрала в комнате, полисборник. Ждем папу с работы. Вот у нас тут время 19:00. Ну, в смысле, прошло 10 так. минут уже. Вчера был день Святого Валентина в таком красивом пакетике. Муж мне подарил вот эту коробочку. Блин, пакет я просто, мне так он понравился. Я такие даже обои себе захотела вот сюда на кухню. Так, ну это не вариант долбаться, потому что... Вот. Знаете, такая красивая коробочка. Мне очень понравилась такая, знаете, зодиакальная. Знаки зодиака. Ну, камера так не отдает. Как на самом деле, во-первых, это выпуклая. Вот эту наклейку надо будет оторвать впоследствии. Блин, она даже не перевернуть ее, ничего. Пипец. Так. Да, это у нас, конечно, чаи. Фокусируется, да? Он знает, что я люблю чай. И на День влюбленных, конечно, это классный подарок. Во-первых, мне очень нравится шкатулка. Опа, так открывается. И вот здесь написаны все чаи. То есть чаи, которые находятся... Блин, что у меня так темно. Которые находятся вот здесь. Ой, в общем, здесь такое ситечко. Хорошего качества. Здесь такое бархатное все. Это чай, значит, цейлонский чай. Особый сорт черного чая. Не хочет открываться дальше. Волшебная луна. Смесь цейлонского черного чая с китайским зеленым чаем сенча. И лепестками подсолнечника розы. Вот, и я сейчас думаю, что заваривать. В общем, вот это вот черный чай, естественно. Вот, открывала я, это не вариант. Это вот то, что я назвала. Так, этот зеленый чай с лимоном. Удивительное сочетание. Что там удивительное сочетание, которым усиливаются питательные и целебные свойства своих продуктов. И 1001 ночь. Это чай необычайен и загадочен, как звездная ночь Востока. Вот. Ну, и тут в каждом тут расписано состав. Я вот, наверное, вот эту заварю. Или вот эту, или вот эту, или вот эту. Сходила я в больницу, сдала кровь на ХГЧ, записалась на УЗИ. Аж через неделю будет. Взяла опять эти булочки чесночные, мы очень любим. Или тест. Вот, паприку. И орегано. Так, увидела такие фисташки в шоколадной глазури. 120 грамм всего. Так что с новым чаем. Я уже тут заваривала его утром. Утром ничего не кушала, потому что ХГЧ сдается на... Там буквально вообще кушать ничего нельзя. И, наверное, даже нельзя ничего принимать там из таблеток. Даже не уверена, что можно было пить чай, но вообще был не вариант как бы не попить. Так что сейчас буду обедать. Пить чай. Целую курицу. Опять же в вине. В холодильнике у меня стояла. Сейчас буду готовить. Как готовила кролика, хочу теперь с курицей попробовать. Да. Да? Вот. Так, муж мне подарил на День Святого Валентина
тюльпаны красивишные. Так сразу, знаете, весной веет. Сейчас мы посмотрим, что у нас папа принес с магнита. Я заказывала, так, батон взял. Так, тут что-то. Я, девочки, я так опять захотела роллы, я не могу. Семга раз, семга два. Выпрашивала, выпрашивала, сделай роллы, хочу роллы, хочу роллы, не могу. Так, на роллы сыр творожный. Это тоже, как она забыла называется, мята, рисовый уксус для суши. Вот. Так, рис для суши, ну, просто рис круглозерный. Так, огурец в любом случае тоже на суши идет и на стол нам кушать. А, вот это он, что ли, наверное, взял отдельно для, вот, для роллов, точнее. Так, еще, это я не заказывала, но взял мидии в масле. Говорит, хочет попробовать тоже в суши положить. Ну, ладно. И помидорки. Помидорки. Это конфеты. Это просто на стол. Так, у нас тут корм для хорька. Purina One. Корм харьковский. Корм же Брюса. Решили, да, я ему говорила, чтобы он взял что-нибудь другое. Это для домашних кошек. Садовой зеленью. Брюс. Смотри, новый корм. Вот. Ой, зева. Да, очень мне нравится зева. Аромат сирени. Обожаю сирень. Все, да, туалетная бумага. У нас нема. Большую упаковку взял. Хорошая, конечно, бумага вот эта. Что, они пишут, что здесь два слоя? Странно. Все, Кузя. А, Брюска? Все, надо греть папе кушать. Здесь как-то так нарисованы огурцы с рыбой. Ну да. Первый раз вижу, что в целом ничего не делаю. Ну да, мне кажется, будет прикольно. Главное, чтобы желудок переварил. А? Ну, главное, чтобы не это. Там еще семгу положи, остатки. Попробовать, нет? Вместе как-то. Кусочками нарежь, понял. Или ты даже хочешь, не знаю, еще один. Ну, это будет на эти. Типа суши. Это уже политая, да? А? Для суши приправы политая у тебя? Рис? Да. Да. Я же ее чуть-чуть переборщил, поэтому такой. Брюс, как всегда, в туалет сходил тут. Вовремя, да, Брюс? Че, облизайся. Какой красивый матрас торчит, да? Глянь, жопа на батарее. Это что такое? Жопу гри. Посмотри, иди. Что ты там? Там с жопой сейчас. Эй, Кузя. Ой, Брюс. Ой, что за кошак? Не знаю, может, они всегда были, не знаю. Всегда смачиваешь? Угу. Девочки, мне пришла какая-то посылка. Я не знаю, что я тут заказывала, когда я заказывала. Я не помню. Вот тут сейчас смотрю. Написано компания Nestlé. Ну, что-то припоминаю. Сейчас открою.
Да, точно, про план. Все ясно. В общем, подарочек они прислали. Урина, замечательно. Замечательно. Как я уже думала, что не пришлют. Гляньте, как все красиво. Юниор, для котят. Брю, смотри, что тебе пришло. Ты где, сыкливый кот? Там должен быть мерный стаканчик, что-то. Ну вот, ну да, вот он, мерный стаканчик. Ой, пластмассовый. Не знаю. Но все равно приятно. Паспорт должен быть, потом руководство по уходу за котенком. Замечательно. Дальше. Международный ветеринарный паспорт. Ой, какой классный. Новенький, красивенький. И сам, собственно, ага, вот такой вот корм. Проплан. Нежные кусочки с индейкой в соусе. Шпинат. Ашманят на украинском. Помогает поддерживать функцию зрения и развитие мозга. Ну ладно, в общем, прямо уж так все помогает. И вот такой вот пакетик. Ой. Ну попробуем, попробуем. Проводился конкурс, девочки, проводился конкурс, нужно было там репост сделать, 5-10, зарегистрироваться, я аж регистрацию прошла, по-моему, если не в декабре, то в начале января, в декабре, наверное, или в ноябре, не знаю, так что вот так, приятно, приятно, очень приятно, классно. Тут-то с семгой, там с огурцом мало, и это с мидиями, с кунжутом, вот эти я очень люблю, тоже он тут, огурец, мидии, кунжут, рис. Экспериментировала. Ну все, я буду кушать чесночные пампушки, соевый соус, такая здоровая. Тут мне нужно на унитаз поставить этот бреф. Фрукты, яблоки, две груши. Может, я одну съела, было три. И апельсины. Апельсины, хотя, по-моему, один, как он называется. Мне на кассе сказали, что один. Грейпфрукт, вот. А, грейпфрукт. Все, короче, грейпфрукты. Странно, я вроде как апельсины брала. Так, я здесь кушать готовлю. Макароны отварила. Так, пришла от гастроэнтеролога. Повыписывала она мне тут всякую хрень. Вот, закафаль какой-то. Дюспоталин. Мне уже выписывали. Ну, мне кишечник. Больной, колит очень часто. Вот, сделала ирригоскопию, это когда барий вливается, рентген. Не знаю, слава богу, что они ничего там не нашли. Вот, так, молоко, это я взяла ягодный коктейль, 62 рубля, отборные ягоды. Вот видите, тут что тут, клюква. В общем, я уже готовила, и вот я еще хочу сварить компот. Уж очень мне хочется... Зимой. Так, взяла фигастрол, а фитогастрол, желудочно-кишечный сбор. Ну, знаете, такой состав не впечатляющий. Ромашка, мята, укроп, аэрокорневища, солодки корней. Так, и себе в горло. Эта штучка мне нравится. Вот гипертоническая концентрация соли с алоэ верой и ромашкой от фирмы Аквалор. Вот воспаление написано. Очень заканчивается быстро. Я уж не знаю, за счет того, что, видимо, здесь может алоэ и ромашка, но очень работает вообще. Вот сам, да, тоже можно беременным, я уже говорила в прошлых влогах. Вот, видите, 316 рублей, совершенно новый. Так что я могу посоветовать, если вы беременные, купите его, и будет вам счастье. Ну все, муж у меня уехал по делам, у него сегодня выходной. Да, Кузя? Брюска? Сказали, ты такой хороший, тебя побольше снимать, а я наоборот думаю, что мне кажется, его так много в видео. Мне просто деток нету, снимать некого дома, если. Да, Брюс, я как с ребенком. Да, Брюс, Брюс мой мальчик, Брюс мой сынок. Ну, а деток у меня нет. Вот, все. Сейчас тебе чай налью какой-нибудь.
пойду передачу посмотрю.